Всем-всем большой привет! Забрала я свой заказ Faberlic по 14 каталогу. Заказ был небольшой, но в какой-то мере и интересный. Заказывала себе не только я, но и мои близкие, подруги, сестренка. Давайте покажу. Я как-то спрашивала, девочки не знают ли, куда делась Монарта и можно ли ее заказать вновь. Многие мне посоветовали взять вот такой спрей. Он идет для обработки поверхности. Он тоже с Монардой, но в отличие от той Монарды, которая была раньше от Сингары, ей можно было устранять бактерии в воздухе, то есть брызгать в воздух. Этим же спреем только обрабатывать поверхности. То есть тоже он борется с черной плесенью, но вот того полного эффекта не делает. В заказе был этот спрей. Спасибо, хочу сказать Леночке Никандровой. Лен, спасибо действительно, потому что ты мне показала, куда делась Монарда. Ее продают теперь сама Сингаран, только как-то они переименовались отдельно, но на нее поднялась цена, она в районе, по-моему, 400 рублей плюс доставка. То есть для меня это дороговато получилось, я не стала заказывать. Но тем не менее, если кому-то она нужна, то она существует, ее просто надо найти. Но у нас в заказе получился вот такой вот спрей для поверхностей. Из хозяйственного еще в заказе были влажные салфетки для удаления пятен. Экспресс-помощь. Это очень хорошие салфетки. Если случайно на себя или ребенок на себя что-то капнул, то эти салфетки здорово выручают. Свежие пятна оттирают даже на белом полностью. Застарелые пятна нет, но вот как экспресс-помощь, это замечательно. У меня был момент даже, когда эта салфетка там 1-2 остается, когда они подсыхают. Я чуть-чуть смочила водичкой, и эффект все равно был хороший, то есть все равно справилась. Замечательное средство, оно бывает в каталогах по 59-69, как-то вот так. Но не так часто мы на себя что-то проливаем, поэтому эти салфетки носить в сумочке либо держать под рукой дома, очень удобно, и они достаточно экономные. Дальше хорошая, по-моему, была цена на детские зубные пасты. И у меня подруга, когда есть эти скидочные каталоги, заказывает своему ребенку сразу все три вида. Две пасты идут 3+, и третья паста 6+. Они безвредные для глотания, по крайней мере, вот эти первые две. Ребенку у нее уже, конечно, 8+, но вот он настолько любит эти пасты, что до сих пор ими пользуются, и они пока их не меняют. Так что взяли мы вот такую красивую линеечку зубных паст. Ну и также подружка у меня заказала в серии Витамания. Можно было выбирать себе наборчики. И она выбрала вот такой набор в серии папайя и манго, гель для душа симпатичный и вот этот витаминный мист для тела. Такой приятный-приятный фруктовый тропический аромат, очень нежный, красивый такой. Мне понравился. Многие ругают ароматы вот в серии Витамани. Я не знаю, мне они нравятся. Вот. И второй набор, который взяла моя подружка, тоже в серии Витамания. Ну, дизайн, конечно, на высоте. Мне кажется, вот как подарок такую красоту получить, это просто здорово. Это жидкое мыло. Вот такие карамельки многие называют эти вот бутыльки. И крем для рук. Единственное, хочу сказать, что крем не заслюдирован, не зафольгирован. Нет никаких вот здесь ограничителей. То есть вы открываете и уже сразу можно пользоваться. Видимо, Faberlic не цены скидывает, а вот убирает такие дополнительные расходы, чтобы не поднимать цену. Вот. Поэтому в целом-то ничего страшного. Понятно, что никто до вас не пользовался. Прислали и прислали. Вот. Но вот такая красивая очень серия. Оформление на высоте. Вот эта серия больше пахнет смородинкой. Даже для меня смородина с виноградом, чем с ежевикой. Да, давайте с этой стороны поставим. Так, далее. Ту
тушь тоже заказала себе подруга. Она говорит, открывать можно, но я не хочу открывать, потому что, ну, вдруг она не сейчас будет ей пользоваться. Это тушь 5341. Очень красивая такая. Мне так понравился дизайн. Вот прям она такая выпуклая. Многие девочки любят красивое оформление в туши. Но я покажу ее в каталоге. На нее и в следующем каталоге будет хорошая цена, 159 рублей. Вот так она выглядит. И вот такая у нее щеточка. Немножко загнутая. С одной стороны подлиннее ворсинки, с другой покороче. И вот такие обещания. И изгиб обещают, и супер длину. Насколько я знаю, девочки ее уже хвалят. Те, кто купил чуть раньше, эту тушь уже хвалят. Поэтому, если бы у меня не было запасов в тушах, я бы, наверное, ее купила и не устояла. Ну и что еще было у меня в заказе? Это вот такая палетка. Это палетка Sculptor. Сейчас мы посмотрим, что это. Ой, смотрите, русского нет. Артикул 6149. Это такая пудра-бронзер. Я ее себе взяла про запас. У меня такая есть. Сейчас я вам покажу. Я ей активно пользуюсь. И мне она, ну, просто очень нравится. Если посмотреть, она у меня уже плоская. Поэтому я не знаю, когда я доберусь до дна. И будет очень грустно, если это случится. Нравится мне особенно на загорелое лицо наносить этот продукт. Он дает такое деликатное свечение. У кого лицо не с желтым подтоном, то девочки бывают ругают немножечко это средство, потому что, говорят, желтит. На мне, видите, только небольшое сияние видно. Никакой желтизны, потому что у меня желтоватый подтон. Поэтому на мне этот продукт работает, ну, хорошо, красиво. Ощущение, что моя кожа просто светится изнутри. Легкое, деликатное свечение. Ну вот смотрите, я уже какой раз, да, вот наношу, и нету чувства, что я переборщила где-то. А свечение его видно. Вот. Так что вот такой продукт у меня есть и будет еще в запасе. Я просто боюсь, что Faberlic бывает очень быстро выводит из каталога новинки. Мне не хочется, чтобы я потеряла этот продукт. Ну и насчет того, что выводят из каталога новинки, в свое время была вот такая палетка, ее вывели, многие девочки ее так хвалили, мне тоже очень хотелось, но я купить не успела первую. Ну и когда вернули такую палетку, конечно, я решила ее тоже заказать. Хотя девочки говорят, что оттенки чуть-чуть стали ярче, чем были раньше. Артикул 6073, тут целых 9 грамм получается. По 3 грамма на каждый рефил. И вот такая красота. Тут идет хайлайтер. Румяна. Я так по насыщеннее набираю. Кстати, очень хорошая спрессовка. И бронзер. Прям я старательно, насыщенно пытаюсь все набрать. Потому что, когда я сегодня тестировала потихонечку, то цветоотдача была слабая. Зато этими средствами не переборщишь, но путем наслаивания можно сделать очень красивые тени, румяшки, подсвечивающий эффект сделать. Вот такая вот красота. Прямо очень мне понравилась палетка. На лице я, конечно, не пробовала, я только-только получила. Видно, как она отсвечивает. Ну, вот так вот смотрится. Вообще не рыжит. Бежевый какой-то такой сероватый подтон у этого бронзера. Ну, красивые цвета. Мне показали, что они какие-то универсальные. В моем заказе были еще, ну, не заказе, а скорее бонусы, да, за заказ. Да, так и называется твой бонус. Это вот эти карточки. Я их уже посмотрела, активировала. Но у меня самая более-менее нормальная скидка была 50% на ароматы. Но, как правило, в каталогах 50% часто бывает скидка и без бонусов, без карточек на ароматы. Ну, остальные у меня были 40 и 45%. Это для
за колготки для волос и, по-моему, уход за кожей. Ну, ничего особенного. Ну, и также я уже сегодня листала каталог 15-й, посмотрела. Тут есть тоже небольшие новиночки. Некоторые заинтересовали, но пока еще не знаю. Будем листать вместе с подругами и решать, надо нам что-нибудь или нет. Вот такой был у меня сегодня заказ. Спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока!